Активируем нашу нервную систему. Для этого мы будем работать с бедрами. Сначала мы сделаем 8 кругов бедрами вправо, потом влево, потом 8 покачиваний вперед-назад и по 4 восьмерки в одну сторону и в другую. Давайте сделаем вместе. Вправо крутим бедрами. Раз. Руку одну можете положить на копчик, другую на живот. 5, 6, 7, 8. Делайте в комфортной для вас амплитуде и в комфортном для вас темпе. 5, 6, 7, 8. Теперь делаем движение вперед-назад бедрами. Для этого ноги немного подсогнуты в колени, такие мягкие ноги. И мы прогибаемся назад и подкручиваем копчик. И повторяем 8 раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И делаем по 4 восьмерки. Сначала вперед. Правое бедро идет вперед, делает круг. Потом левое бедро идет вперед, делает круг. Правым, левым, правым, левым. 3, 4. А теперь делаем правым бедром назад круг и левым бедром назад круг. Это упражнение может получаться сложнее, но тем лучше для нашего мозга. Он осваивает что-то новое. 4. Закончили.